Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Продолжаем играть Call of Duty. Так, рассаживайтесь. Слушаем задачу. Мы получили новые распоряжения прямиком от Сои и двоих новичков из 6-й воздушной армии, которые помогут нам выполнить их. Они были рекомендованы для участия в этой операции в связи с высокой оценкой их действий в день Д. Капитан Прайс, сержант Эванс, добро пожаловать в третий отряд. Ну а теперь перейдем к делу. Здесь расположение важнейших плотин гидроэлектростанций Рурского промышленного района Германии. Эти ГЭС обеспечивают электроэнергией заводы и города этого района. В прошлом году один умный парень по имени доктор Бернс Уоллес придумал новый вид бомбы специально для взрыва дамб. Этими самыми бомбами молодцы из 617-й эскадрильи успешно взорвали дамбы на Моне и Эдере и затопили весь промышленный центр Германии. Плохие новости состоят в том, что эти ублюдки уже все починили, и командование хочет, чтобы по этим целям был нанесен новый удар. Это дамба на Эдере. Мы высадимся рядом с ней ночью. Согласно данным разведки, на день пути вокруг дамбы находится безлюдная местность. Но сбросить бомбы на дамбу сейчас невозможно, потому что вокруг нее установлено слишком много зенитных батарей. Наша задача — уничтожить как можно больше зениток, чтобы расчистить путь бомбардировщикам. В здании внизу дамбы расположены электрогенераторы. Мы должны будем взорвать их, если это не удастся сделать бомбардировщикам. Мы установим взрывные устройства на короткое время, потом доберемся оттуда на грузовике до ближайшего аэродрома и захватим у врага подходящий транспортный самолет. Вы все знаете, что делать. Проверьте ваши боеприпасы. Выверите прицелы и внимательно изучите карты и фотографии. Операция начнется в течение ближайших 2 часов. Удачи! Ну, давай. Что ж, совершенно секретно. Дамба Эдер, Германия. 44-й, 2 сентября. Вау. Второе оружие. Ага. Так, уничтожить зенитное орудие наверху дамбы. Установить взрывчатку на генераторы. Так, понятно. Ну, неплохо. Вау. Вау. Ого-го. Ну куда ты? Чушка безродная. А, еще свое рыло мочишь. Кстати. О, так сразу крутиться перестало. Сразу сверкать перестало. Вот так вот, так. Тут у меня что, есть что-нибудь? К моему нету. Ну и ладно. Так, не видно никого. Ой, там внизу еще тоже, да-да-да. Блин, и карты-то нет. Давайте начнем с малого. Первая есть. Открывай. Не откроешь. Угу. Ну даже не знаю, как мне тут отреагировать-то даже. Ладно. Ох ты! Какой вояка нашелся.
Давай. На. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Давай. Хоп. Что, никто не выйдет? А как же подстава? А, видимо, пока эту не загашу, никто и не выйдет. А вот это без веса прикладом бить. Так, ладно. Текс, текс, текс. Ты еще пришел зачем-то. Ой. Что тут есть? Ну-ка. Вот так-то лучше. Так. Никого не видно. Установить взрывчатку на генераторе. Осталось 4 уничтожить зенитные орудия. Рядом с дамбой осталось 3. И встретиться с капитаном Прайсом. Только череп раскололся. Где ты? Ладно. Что тебе надо? Че я провинился? Что вы на меня ополчились-то? Next.
Воу. Как вас там еще всех-то не положило? Так, мне вниз. Вот хотя вот, вот что меня туда дергать, вот сюда вот идти. Аптечка есть? Будьте так любезны. Кто стреляет? Блин, дебил. Что надо было человеку? Ведь я уже практически ушел. Так, поменяем. Поменяли. Ну, неплохо, неплохо. Обновили, так скажем. Так. Оппозиция тоже. А против кого пошли? Дурачье. Ладно, идем смотрим. Так, мне сюда надо, пришло. Что-то я пропускаю, да? Что мне там надо? О. Какой-то туннель. Ну, пока идется, буду идти. Попало, нет хоть. Блин, ты такой трудный. Идем. А я не мог из пистолета тебя шмальнуть. Так. Ну что ж, давай. А, нет. Давай. Да как так-то? На. Ну как я тебе? Ой.
Вот так вот тебе. Это гранаты. Это гранаты. Да не те гранаты, которые едят, другие гранаты, боевые. Которыми взрывают. Кто по мне стреляет? По мне стреляет? Так, рядом покинуть территорию. Уничтожить зенитное орудие, установить взрывчатку на генера... А, просто установить. Где-то аптечка была у вас. Собрал, да? Инвалиды не могли. Ну ладно. Пойдем так, значит. Окружными путями. Ладно, ладно, ладно. Так, а кто там по мне стрелял? Давай. Это есть, это есть. Осталось немножко. Банк. Так, что, назад теперь? Ну, ни хрена себе. Хорошая прогулка-то получается. И обратно еще отстреливай. Как я понимаю, мне наверх на дамбу туда опять надо. Я даже не помню, как я попал. Что? Не надо это забрать? Нет. А? Так, пока правильно. Ну, иду, раз они не попадаются, значит правильно. Блин. Блин, блинский.
Зато от гранаты ушел. Давай. От кого еще уйти мне надо? А вот и мое орудие. Стой, назад. Блин, ни хрена себе вот эта подстава. Ладно. Так, сюда, наверное. Сюда. Сейчас уж баном закрываешь его. Неплохо, неплохо. Короткими очередями, чтобы ствол не спалить. Да и точнее будет. Как у вас много как тараканов нахрен. Кто так стреляет из-за угла? Хоть посмотри, в кого ты стреляешь. Это же я. А разве в меня можно стрелять? Ни хрена вас собралось. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Поехали. Ай-яй-яй-яй. Убили немца, убили фрица, убили. Ай-яй-яй-яй, фашисту суку задушили. Эванс, молодец! Прыгай в грузовик! Давай, вези меня! Господи, вот это вот вождение. Дави его, падла. На, вот тебе. Пулю в пузо. На. Стоит, смотрит. Битва выигрывается посредством убийства и маневров. Чем опытнее генерал, тем больше он вкладывает маневры, и меньше убийств требует... Ну да, с этим я согласен. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.